Демпи, демпи. А за ней, ну, поехал нормально все. А за ней танк выскочил, откуда он взялся на мою голову. Машинку не было ніяк по дорозі. Он резко повернув мені на мою полосу навстречу. І сразу ж удар вийшов. Він від'їхав назад. Потім ударив ще раз, так само. Три рази. І це ж добре, що хоча б я виїхав, я сам в машині. Тому якщо б діти були в машині, це ж непонятно, що б там було. И ребята проезжали, они какие-то остановились, кинулись до меня. Он тут и поехал. Сдав назад, развернулся и поехал. Два ребята давай вытаскивать меня из машины. Начали там разгинать, хотели МЧС вызвать, а потом решили сами, если не получится, то будем вызывать МЧС. То они потихоньку меня, конечно, вытянули оттуда. Зажата грудь была, сработала подушка, воздушная подушка сработала. Зажало хорошо, конечно. Машину помяло в середине полностью. Ногу зажало, вся нога левая, это вся левая сторона. Поломанная нога и рука. Ну, все таки, вызвали они скорую помощь, привезли сюда меня. Да, ребята, если вы видите меня в той ситуации, спасибо велике вам. Ну, я ж здоровий. Ну, які подальші плани? Вийти отсюда, стати на ноги, подальші плани. Подальші, я думаю, попробуйся трошки. Пойду в энкомазначу в самообороду, потому что что-то совсем делать надо.